по традиции мы с Димоном, так как мы уже здесь очень хорошо себя, как говорится, благодаря дедушке Хабару, и вот мы ему конфеток, целый кулечек, чтобы, как говорится, ну, с возвратом того, что я думаю, что он нас не забудет. Да, дедушка Хабар. Да, мы его тут подкормили, все как положено. Как положено. Все, теперь хорошо. Чудненький был сигнальчик. И вот монитосик выскочил. Не сразу. Сейчас не боюсь не понять мне. На свет его. Так. Какой-то советик. Ну что-то уж больно он весь съеденный. Вот тут слегка как герб просматривается. Я понял, что он ранний. Ладно, поживем, увидим. Потом помою, посмотрю. Приложу. Ну, вот такая цепочечка попалась на шею с кандалами. А Димон там вот в этом островке болотном что-то надыбал. Ты аккуратнее там, смотри. Вот такое у нас русское поле. Наверное, для нас его немножко перепахали. И вот мы как раз в этих местах. Здесь были находки у нас. А, ну, наверное, может быть. В общем, Димон нашел какой-то подземный ход. Труба, говорит, наверное, для кротов. Вот так идешь среди поля, блин. Жидкость для снятия лака. Ну, это кто-то уже с этих. О, тут вообще кассеты. Чего тут только не было. Автомобиль Жигули. О. Димон тут прям, ну. Мой ребенок. Супер-пупер все. Да. Супер свалка. Кто-то, кстати, прям вывез, по-моему, с дачи что-то такое. Да, ну, книги. Диск. О, диск. Переписывая Бетховена, понял? Смотри, он прям с диском на. Ну и забери, может, посмотришь. А у меня нету этого DVD-шника. А, в этом в компьютере тоже нет? Ну, у меня вообще нет ничего. Книги, а вот это... прикинь, 1978 год. Термос. 1978 год. Офигеть. Да. Супер, супер. А это по-моему, приключения, это детективы. О! Анекдоты наших читателей. О, ну это у нас Смотри. Будет в эту. Так, смотри, вот сколько тут... анекдотов, еба. А вот тут подъехали два. Смотри. Тенетолкай на какой-то машине. Чего себе тачка мы. Петька подходит к Василию Ивановичу. Слушай, что такое перестройка? Смотри, у нас есть книжка для забав. Мы будем на этих, как его, на перекусах будем читать друг другу анекдоты. Анекдоты. Смотри, на экзамене профессор спрашивает студент, как называется мутирщик для воды? Презервуар. В общем, правильно, но только без П. Подсказывает профессор. Тогда резерватив. О, кабажи, тут, наверное, копоры еще были. Рожки какие-то. Да, нарвались мы на склад. О, смотри, Дим. Комод. Резиновые сапоги. Так что, если что-то... О, видал, какая книжка? Визит к Минотавру. О. Вот, смотри. Это прямо отсюда. Машина. Поедем. Да. Охренеть. Вокруг света на коршуне. Московской роман. Ну да. О, все. И это нахуй. Ну подвязывай ее. Потом... Блять, они. Они, наверное, это самый пластик хреновый, Димка. Вот тут такой чайничек обнаружился. Вот интересный. И вот. Куолтер. И на нем клеймо. Кузнецова. Ну, у Димки там свой склад. Кассеты. О, да. Смотри, сколько тарелок есть.
Я уж понял. О. Это все современность, по-моему, да. О. Тоже ЗИК. Ну ладно. Да, супер-пупер. Вот так вот. И здесь мы у нас. Загаживаем. Смотри, сколько сапог. Так я тебе и говорю, что лопат нету. А? Вот тоже здесь ЗИК какой-то на тарелочке. Тарелочка такая с золотой каемочкой, но пока нам ничего. Смотри, женские сапоги. Нормально. Да это, по-моему, как с какой-то дачи кто-то вывез, наверное. Слышь, что? 1975 год. О. Вот так вот. История. А это я хуй его знаю, какой год. С ГОСТом еще. Да. Они, блядь. 1975 год. Добро. У меня еще даже не было. Добро. Сигнальчик был глубокий. И вот такая вот штучка от рукомойника. Этот, ну как это, от рукомойника только вот это. Нажимаешь на нее. Только строительный, там ничего интересного. Так, вот Димон нашел клаксончик такой. Супер-пупер. И тут у него данные. Главное, что сделано в России. И тут уже можно будет прочитать там, что такое. Так, сейчас я вот так сделаю. Вот так роешь, роешь, блядь, яму огромную. И вот при такую хрень достанешь. Что за взял какой-то крепеж, что ли, мы? Ну, в общем, вот такая приблудасина. Пульта нету, если их здесь кошмарили. И вот, вот такое местечко я тут разрыл. Наверное, штук 20 гильз немецких, маузеровских, разорванных. То есть видно их здесь. Как говорится, наверное, наши встретили. Вот там внизу дорога идет. Не знаю, будет ли вам видно. Вот здесь березка. Ну, или, может быть, тогда она была маленькая, конечно. И на ее месте, наверное, что-то еще было. И вот здесь вот я, вот они, зарытые мною ямы. Тут один отстрел. Но отстрел не простой, а именно разорванные гильзы с капсулями, но как бабочки разорваны. Вот это целая куча. Я так с надеждой что-то еще другое найти, но... Целяви. Так что вот такие вот чудеса на белом свете. И главное, в сторону отходишь, больше нет ничего. Здесь, Вась, огневая точка была. И сюда прямое попадание было, скорее всего, блядь. Потому что некоторые патроны не стреляны, а некоторые стреляны. И может быть взорваны. Здесь, наверное, скорее всего, либо техника, либо огневая точка. По прямое попадание. Либо оттуда, минометом. Либо еще кто-то стрелял. Потому что внизу был найден крупнокалиберный гильза крупнокалиберная. Советская. Обожди, а это не авиа?
Нет, это не авиа, это крупнокалиберный пулемет, либо, блин, ружье крупнокалиберное, противотанковое. И здесь, получается, что-то взорвалось, вот так вот. Здесь, скорее всего, да, что-то взорвалось. Береза, потому что, тогда она была еще молоденькой, может быть, да. Эта березка. Но вот здесь, вот как раз я в низинку показываю, вот она. Это пошла старая дорога. Карты не совмещаются немножко, но да, мы ее вычислили. Немножко. 30 на 10. На 10-20. Ну вот это вот, что мы здесь. Вот сплошные вот эти разорванные гильзы немецкие. Мы их потом, как говорится, сейчас просто ополоснем, заснимем и потом зароем, чтобы они нам не нужны. Да. Так что вот такая вот интересная штучка. Немца нету. Здесь как бы высоточка, там вот все видно. Вот тот прудик. Ну, вот да. Та старая дорога, которая пошла. На, вон, где ты имеешь в виду, вот деревца идут, да? Да, вот там деревца, вот там идет. И вот как раз получается, по-моему, вот это, да, вот пересечение одна. Да, пересечение дорог, и вот она, вот как мы в тот раз с тобой шли, вот там была старая дорога. Она идет в деревню. Тихо, не говори. Мы никуда скажем. А, ну тот на тот хутор, куда мы. Да. Понятно. Ну, интересно, конечно. Опа. Ну вот мы опять на этой полянке. Всем привет. Только что тут еще видно, молодежь добавила новых. Тут уже бельишко по полной появилось. Пришлось подарить им свою кепку, которая уже отработала по полной. Так что здесь полный гардероб всего. Прямо аж это самое за душу берет. Всем привет! Вот мы с Димоном здесь загораем, отдыхаем. Вот. Все вроде у нас. В общем, нормально. Коп удался. Даже мы не ожидали, что именно так. Мы нашли и старую дорогу, и поле для нас еще раз перепахали, разбарновали. Так что поэтому мы здесь второй раз. Ну, наверное, просто внутренний голос нас звал сюда. Находок очень много. Находок много. И они в основном, вот я говорю, то, что мы даже, как это, пытались восстановить, какие были военные действия, да, здесь. По то вот есть, этим событиям. Да, то есть есть один у нас стрелянная гильза русского, советского, да, то есть, но она разорвавшаяся. Есть крупнокалиберный, тоже русский, но есть одна точка прямо, стоит береза, и там куча стрелянных немецких гильз. Но и также взорванных это просто штук 20 мы просто накопали, потом просто уже. Просто на одном пятачке 5 на 5. Да, и вот так все это интересно. Ну, в общем, все это я приложу, все это будут видеоролики, там есть находки разные интересные. Ну, в общем, коп удался. Да. Вот сейчас мы еще просто пообедали, думаем рвануть нам еще на одну дорогу. Да, нет. На одну рвануть. Но не знаем, пока все в замешательстве. Сейчас 2 часа дня. Все цветет, все пахнет, все кукукает. Да, нам надо посмотреть расписание как да. раз сейчас. Так что примерно. Смотрите, наслаждайтесь. Все будет там под музончик. Все будет очень круто. Ладно, всего лучшего вам просмотра. А мы идем либо домой, либо копать. Но я думаю, что-то копать.